Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня будет видео о подготовке моих растений, большемеров к зиме. Но я фактически заношу их в дом. Сегодня ветрено, через 3-4 дня передают заморозки. Это вот у меня фикус Бенджамина. И мне его сегодня надо кровь из носу занести домой. Потому что осень, иначе они начнут, ночью холодно, начнут сбрасывать листву. Шифлеры, папирус, там тоже фикус Бенджамина. А вот этот, надо сказать, не сильно отрос. Он был 2 метра с лишним. Я его обрезала весной до 1,70 м. Сейчас я его тоже сделаю чисто такую косметическую стрижечку и покажу, как он будет выглядеть. Вот. Ну что показать вам, как он, где я обрезала. Вот я делала обрезку, вот смотрите, вот видите, о, обрезочка. И вот он отрос. Ну, отрос сантиметров 20-30. Вот все. Оборудуем свой зимний сад, все заносим домой. Ну, конечно, хлопотно. Горшки большие, тяжелые. Применяем тележку. Ну ладно, ребят, делаю обрезку. Ну вот, друзья, получился у меня такой миленький кустик. Кстати, он за весну прям сильно запушился. Много дал мелких таких боковых побегов. Вот, срезала я всего ничего. Тут мусорка стоит. Ну вот, ниже обрезать уже не стала. Пусть так будет. Как я вам уже говорила, это когда-то здесь было 2 деревца. Ну, они вот здесь вот так вот срослись, сплелись. А, кстати, весной я подсыпала землю. И вот опять они у меня уже корешки оголились. Надо, наверное, надо подсыпать сейчас еще. Вот смотрите, какая тут густота. Прям отлично, отлично. Вот так вот. Ну, на этом, наверное, все. Хотя вот, вот вроде из общей композиции чуть-чуть выбивается, видите, да? Ну, они все немножко выбиваются, но совсем что-то кромсать-то не хотелось. Ну, ладно, сейчас еще подкромсаю чуть-чуть. Ну, потом уже буду вон тот, наверное, маленький обрезать. Вот, ребят, второй кустик обрезала. Ну, может, не совсем идеально, но все равно мне нравится, супер. Такое хорошенькое деревце пушистое. И вот с каждым годом она все пушистее, пушистее, пушистее. Здесь вообще-то 3 ствола. Я их что-то начинала, там немножко переплела. Но они тоже уже срастаются. Все, этот цветочек тоже уже готов. Фикус к заноске в зимний сад. Это, кстати, фикус мелкий. Мелкие листы, немножко другой сорт. Вот на заднем плане стоит более крупный. А это вот мелкие листочки. 2 вида у меня фикуса Бенджамина. Так, ну что, ребят, приступаю к стрижке третьего кустика. Ну, из него я буду делать круглую шапочку. Вот видите, некоторые тут с весны выбились. Тоже сейчас пройдусь, проверюсь. Здесь, кстати, 3 куста. Ну и вот один как был дохленький, так он и есть дохленький. Здесь у меня еще вот стоит такая подвязка, круг. Ну, чтобы как бы они немножко в сторону росли, привязывала. Ну и вот, вот этот дохленький один стволик, как был, так и есть. Но никак толще не становится. Скорее всего, те забивают изначально его. Ну все, приступаю к стрижке. Принцип такой, выравниваю по длине. Все как у людей. И здесь вылившиеся локоны отстригаем. Ну, те же ветки, что вовнутрь растут. Делаем хороший, красивый шарик. Все, приступаю, ребят. Ребят, закончила я стрижку. Получился вот такой миленький кустик. Прям кудрявенький. Вот, освежила. Теперь до весны мне этой стрижки хватит. И уже приблизительно через неделю уже появятся задатки, новые почки. А через 2 недели уже начнут растут молодые зеленые веточки. Думаю, все будет у нас хорошо. Ну вот, друзья, затащили мы все свои растения в дом. Организовали зимний сад своеобразный. Все, у меня что-то с каждым годом их тут прибывает. Целым лесом стоит. Вот они, лимончики, которые я вам недавно показывала, занесла. Это у нас тут островок. Здесь более тенелюбивые растения. Вот. И шифлерку занесли. Но денежное дерево мы даже и не выносили в этом году. Вот здесь вот вторая шифлерка. Надо бы обрезочку сделать. Вот молочай трехгранный, это маленький. Но у него где-то сейчас рост от пола, в общем-то, 1,75 м, наверное. И вот он, мой молочай, который
уже, наверное, 2,80 высота. Вот. Ну и вот здесь вот так сделали проход, потому что у нас уже места мало. И вот здесь у меня, значит, это лимон. В основном здесь деревья. Чуть подальше от окна, чтобы не загораживать маленьким. Вот цветет гибискус или китайская роза. Там тоже лимоны. Вот там первый стоит фикус, который делал обрезку. Здесь еще циперус. Я его обрезала, он был многие на 50 сантиметров выше. Оставила только молодые. Занесла домой и самшит. Ну, даже вот сюда на пол пришлось поставить лимончики там маленькие, там перчик. Вот здесь еще у меня драценка растет, это вот маточное растение. И вот эти вот все вот драценки, это тоже от нее. Вот, ну, немножко неважно выглядит у меня диффенбахия. Подсушила я ее, это, которая внизу стоит. Ну, и вот сюда затащили свою герань. Вся герань цветет. Вот, ребят, посмотрите, еще тоже циперус или папирус какой большой. Вот здесь у меня сектриазия висит. Здесь ананасик стоит, ему нужно солнышко. Герань. Прям отлично герань сейчас, хотя осень. Вот еще стоит молодой. Тоже молочай трехгранный. Не знаю, куда это все размножаю. Сама не знаю. В общем, вот так, ребят. Вот это такая у меня горка, где висят хлорофитумы. В общем, все потихонечку растет и развивается. Ну вот, на этом все. Показала вам весь свой зимний сад, все свои растюшки. Правда, ребята, это только первый этаж. Ну, на втором этаже у меня в основном только герань, то, что с балконов. Это вот так. Ну, в общем, все, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.